куртка из натуральной буйволячей кожи голландской марки PME Legend. Выпускается уже более 30 лет, практически в неизменном виде. Меняют по мелочи только нашивочки, в зависимости от коллекции меняются, меняют немножко фурнитуру, то есть здесь на всех элементах фурнитуры, практически на всех, нанесены логотипы марки. Марка голландская, Pall Mall. Производит на фабрике в Пакистане. Фабрика неизменная. Производит всегда исключительно на ней. Используется натуральный овечий мех на воротнике. Он отстегивается, пристегнут на молнию и на кнопки. Если отстегнуть, получается обычный классический воротник. Внутри используется небольшая подкладка из холофайбера. То есть диапазон применения этой куртки, с учетом использования в автомобиле, он где-то до минус от нуля, от плюс 5 даже, вот так вот, до минус 10 градусов. Она отлично защищает от ветра, отлично защищает при условии пропитки от дождя, ну и от всяких других неприятных погодных условий. Также внутри у нас сделаны два вертикальных кармашка на молниях. Кармашки довольно глубокие, то есть туда влезают и документы, и кошельки совершенно спокойно. Внутри сделана аннотация на английском про что это за марка, где производится, из какой кожи. Хочется отметить, что многие люди переживают по поводу качества резинки, которая используется на манжетах и внизу куртки. Так вот, резинка очень качественная. То есть у нее срок службы приблизительно такой же, как и у кожи. Она не вытирается, не растягивается, то есть очень хорошо сохраняет свой вид. Почему куртка из буйволячей кожи гораздо практичнее, чем куртка из овечьей кожи, например? То есть у нас есть куртка той же марки, Pall Mall, но из кожи овечки. Вот для сравнения, так рядышком, чтобы показать, насколько плотнее кожа буйвола. То есть она плотнее, ну где-то раза в два, если так сравнивать визуально. И за счет этого она гораздо прочнее. То есть порвать такую куртку сходу, ну, практически невозможно. Это нужно очень сильно постараться. Как вы уже обратили внимание, выпускается куртка в двух цветах, в коричневом и в черном. Это постоянные цвета. Иногда бывают коллекционные модели, которые можно увидеть там и в рыжем цвете, и в бутылочном зеленом, в разных. Но это бывает крайне редко. Два базовых цвета – это коричневый и черный. Эти куртки вы можете заказать в нашем интернет-магазине, либо приобрести непосредственно, придя в магазин на старой деревне в Петербурге на Торфяной дороге 7. Если же вы заказываете через интернет-магазин, то доставка по России будет бесплатная. Вы связываетесь с нашим менеджером, он выясняет, какой размер мы должны вам прислать, и мы бесплатно вам его отправляем. Вы получаете куртку, примеряете ее, и только если она вам подошла и понравилась, вы ее оплачиваете. Если нет, вы просто отправляете ее с курьером обратно. Но, скорее всего, что она вам понравится, потому что таких курток в России вы больше нигде не приобретете. Это эксклюзив нашего интернет-магазина и магазина.